Принять участие во всероссийской акции «Елка желаний» 12-летняя Мария из Ставрополя решила просто, чтобы испытать удачу. В канун Нового года написала в письме свое самое заветное желание и отправила его прямо в Кремль. Ведь именно там елки украшали подобными записками с мечтами. В канун Нового года письмо Марии снял с елки желаний в Кремле губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. И именно он осуществил мечту девочки. Организовал для нее встречу с Максимом Галкиным. Нам позвонили, сказали, что надо лететь. Мы были в сильном шоке. Ну, вот. До начала съемок был... не верилось. Ну, очень неожиданно. Очень приятно. Настоящее новогоднее чудо не иначе, утверждает Мария. На днях в Москве она приняла участие в записи программы «Сегодня вечером» на одном из федеральных каналов. Кроме того, Максим Галкин провел для девочки экскурсию по Останкино, рассказал о том, как снимаются ее любимые передачи и шоу. Нужно просто верить, не отступать от реализации своей мечты, да, добиваться до конца. По крайней мере, ты будешь знать, что ты сделал все, что ты мог, а как получилось, это уже, как говорится, как Бог даст. Поэтому мечтайте, пишите, звоните. Действительно, мир не без добрых людей, и мы убеждаемся не первый раз за эти наши трудные 6 лет. Поэтому всем, кто причастен к нашему сегодняшнему счастью, спасибо огромное. Буквально вчера девочка с мамой вернулись в Ставрополь. Полные радости, новых эмоций и, конечно, благодарности к тем, кто помог осуществить Маше заветную мечту. Яна Лукошкина, Алексей Форсиков, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение.